Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» в обновленном составе выиграла на прошлой неделе первый официальный предсезонный турнир в Татарстане. В стартовом матче соперниками по площадке для нашей команды стали игроки команды «Самара-2», играющие в Суперлиге «Б» первенства страны. Их ястребам удалось превзойти, завершив матч со счетом 56-34. Во второй день соревнований чебоксарцам предстояло встретиться с баскетболистами высшей лиги из Кирова. И тут чебоксарские ястребы вновь оказались на высоте, завершив игру со счетом 78-51. На протяжении двух дней ястребы оставались лидерами турнирной таблицы. Не изменился порядок и в финале соревнований. В решающем матче чебоксарцы одержали победу над хозяевами турнира «Уникс-2». Подопечным Сергея Худаева удалось одержать победу с разрывом 8 очков – 71-63 – и стать обладателями кубка. Кроме того, игроки нашей команды Андрей Борисов и Антон Ланчаков были признаны лучшими игроками турнира.